проводим эксперимент. Вот Черноморская, подожди, вот. Не вижу, не, вот, вижу. Черноморская, сырая, свеженькая креветочка. Берем для себя. Берем для себя, вот. И попросили не варить для них. Ну, посмотрим, давай. Что он там, сыпануло? Да. Смотри, он ест. Как тебе? Он ест. Вот, отлично. Тому тоже сыпани и через верх. О, сейчас вот это вам. Да. Да, смотри, этот тоже ест. Ну, а улиток не хотели. А улиток не хотели. Вот что это вот это? Ой-ой-ой-ой. Ничего, тут и нутрии подъедят. Ой. Так, мамаша... так, так. Нормально. Креветок, нормально, обезьян. Да. О, смотри, они едят прям, причем с удовольствием. Скажи, пиво давай теперь. Едят даже не это, не задумываясь. То есть не то, что там попробовать. Принюхиваются, да? Ага. Как будто всю жизнь ели. Опа! В трубу еще чуть-чуть сыпани. Так. И тебе. Смотри, даже малышок ест. Малышка. Извините. Мы будем их малышками долго называть долго, да. Ой, с креветкой во рту такая вообще классная. Опа. Так. Ну, класс. Мы все. Даже не думали, что они будут есть обычно. Отлично, ребята. Теперь мы будем спонсировать вас креветосами. Ой, убежала, ага. Повисла на шею. Я смотрю, малышка мамке на спину запрыгнула. Кто-то за ней просто полезет. А, вот тут вот? Да. Вот, ага. Так, я пойду руки помою, потому что я... Пойди, да, креветки, они ж вонючие. Черноморская, в море выращенная, без химии, без антибиотиков. Себе берем, очень вкусная вообще. Но мы берем, там сразу варят. Вот, и мы берем вареную. А тут попросили, чтобы не варили. Там какие-то рыбаки заказывали. И у них осталась партия. И мы теперь будем знать, что это вообще зашло им. Очень даже. Креветосики. Ветер сегодня сильный. Сейчас будут эти кучки еврейские перед Паской. И за хвост его держит. И тишина такая. Хрумтят креветусами. Ой, ой, так вот. Посетители. Полез, полез. Куда? Куда ты? А, там есть чуть-чуть креветок застрявших. О, это кто-то. Немножко. Обезьянки! Обезьянки! Белые обезьянки! Здравствуйте! Здравствуйте! А смотрите, какие малыши там с ними. Маленький, маленький, маленький. А смотри, как она за хвост его держит. Маленький, маленький. Да, хоть не уходила. Маленький, да. Смотрите, где обезьяна лазит. Это секретарь О. Господин О. Смотрите, маленький есть, маленький. Оп, и за хвост. Не отпускает его мамочку. Да, да. Это, наверное, всех отец. О, смотри, какая... А посмотри, где эта обезьянка держится, маленький держится за нее. Да, да, да. А посмотри, какие у них попы. Видишь? Ой, да, у нее животик. Вон, смотри, как лазит. Человек-паук. Правда, человек-паук. Вот этот, когда сослись, это секретарь О. Это их вожак. Самый главный. Ну, не так, что он. Тут главный. Еще один вожак. Тут еще один вожак. Это не вожак, да? Еще есть. Помоложе. О, вон как прыгает. О, как они. О, чешет. О, он выпал. Вообще прям очень здорово. Папа, смотрите, какая попа. А знаешь, почему у него такая попа? Чтобы на ней было удобно сидеть на горячих камнях.
Ну правда? Ой, у меня камера ушла. Попа, попа, сейчас будет попа. У них у всех такая попа. Смотри, ты говоришь, как ты. Неправда, скажи. Человек, конечно, неправда, потому что я девочка. Для начала. О, на мальчонке поезжать. Может, да, поэтому близко подходить нельзя. Ушастик, все же забезу. Ну, попа все равно красненькая такая. Ну, довольно у всех такая. Они чем старше, тем попа краснее. Серьезно? Мозолистей, мозолистей. О, маленький тоже полез. Да, маленький. Вожику вон. Папа, смотри. Какой, чего там у тебя, чего там у тебя? Ой, воробьи прилетели, тоже креветок поесть. Неплохо. Мамка пришла. Внизу сидит мамка, да? Ну, она подошла только что. Ага, следи. Сейчас за хвост будет тянуть. О, пошел. Папа, смотри, какая попа. Серьезно. Нос об решетку такой раз почесал. Отлично, вообще зашли им креветки. Я прям довольна сама. Это и полезно, и вкусно. Вареные, конечно, вкуснее, но... Ой, там любовь, прям любовь. Жару дают там. Это вам не улитки, скажи, ну, да? Ну, что улитки им не зашли, не знаю. А тут, с другой стороны, вот мы давали на сухом креветки не зашли. Не понравились. А улитки аж за щеками трещало там. Ох. Каждому свое, видишь? Теперь надо и улитки собирать, и креветки. Ой, правда. Ну все, я теперь буду выслеживать, когда у них будут сырые креветочки. Угу. Там можно, кстати, у них заказы делать на сырые креветки. Предзаказ? Ну да. Отлично, раз они так ушли за милую душу. Смотри, вот оно ж сидит и креветочку ковыряет. Чуть-чуть. Креветочку, да? Да, да. Вроде креветочка как-то. Да, вроде креветочка. Панцирь там вроде как. Чипоси. Сейчас на язык ковыряю. Потеряла. Эти пальчики, ручки. Нашла он. Ну да. Поваляла. Ой, господи. За мамой. И тишина ж такая, смотри, прямо. Она не к мамке, она к подростку. К подростку, ага. Смотри-ка. Пришла такая. Нормально. Младшая сестра. Вот. Причем это ж, по-моему, мальчик. Да. Подросток. Подросток. Ой, ушла мальчик. Камера. Ну, домой, там тоже с детенышем что-то они там делают. Что такое? Что, вы уходите все? Все? Раз у вас больше ничего нету, да? Спасибо этому дому, пойдем к другому. Нет, что-то он их собирает. Он, да, собирает в кучу. Угу. Руководитель. Ой, малыш такой, ой-ой-ой. Не знаю, то ли показал, что идите на мое место. Ну, как-то он... Что-то как-то... вот... Да. Что-то он им сказал. Вон малыши, раз-раз, и третий туда же. Ай! Смотри, втроем они там. Все втроем, класс. Здорово за ними наблюдать, конечно. Такие они смешарики такие. О, пришла. Креветочку сняла. Сняла креветочку? Увидела, да. Угу, вкусненько. Угу. Пахнет креветками теперь здесь. Все, панцирь выкинула, видите? А может, они поэтому улиток не ели, что там все в панцире? Ну, что теперь... Тут там достать проще. Доставать им улиток? Нет, конечно. Улиток мы будем на сухом давать. Подвиг не готовы. Улитки будут на сухом, все. А креветки дому два. Еноты на сухе, улиток хорошо, на ура. Угу. Люся отказалась тоже от креветок. Что-то не захотела. Балована, ей нужны вареные. Да, там у нее своя кухня. Джоник тоже что-то не захотел вообще ничего, кроме яблочка. Вообще, просто он только яблочко. Яблочко и все. Ни яйца, ни мандаринки. Да. Яблочко ему хотелось. Ему хотелось общения. Да, он просто любит вожак общаться. Вожак пошел такой. На заваленку куда-то, да? Это, конечно, да. Так, мощный такой, да? Все, на свою все. Подушечку. Все. Класс.
За хвост, ее за хвост. Боже, ну что ты такая вот? Ну, мать ответственная. А, ну да. Оп, прыг. И на хвост. Ловко, да, она заскочила. Вот так и перемещаются по вольеру. Ай, столб у меня. Отпустила ты, блин. Недалеко, видишь. Ага. Ой, ускакала, ой, все, потеряла. Все, все, вот она, да, здесь? Да. Вот она. Убежала. Ага. Ищи. Одна, вторая, да, вон третья. Разобрали. Все, пришла. Такая.